Делегация во главе с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анной Поповой посетила Узбекистан. В рамках визита Роспотребнадзором передана мобильная лаборатория индикации и мониторинга третьего поколения. Пандемия COVID-19 показала важность ранней подготовленности к борьбе с инфекционными заболеваниями. Поэтому так важно работать сообща, отметили стороны в ходе диалога. Главный государственный санитарный врач Российской Федерации подчеркнула, между двумя странами реализуется 5 совместных проектов, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и предотвращение особо опасных инфекционных заболеваний. И дальнейшее расширение сотрудничества послужит совершенствованию этой области. В этот же день Роспотребнадзором предоставлена мобильная лаборатория индикации и мониторинга третьего поколения. Сегодня Российская Федерация предоставляет в дар дружественной республике Узбекистан, о чем есть надпись, на одной лаборатории, на другой лаборатории, две лаборатории. Одна из них мобильная, вторая из них совершенно новая наша разработка. Это переносная пневмокаркасная лаборатория, но одна и вторая позволяют выполнять исследования на с целью обнаружения и изучения особо опасных патогенов, любой опасности в любых очагах, те, которые уже сегодня как природные существуют, или те, которые могут возникнуть в грядущем будущем. Эта современная лаборатория предназначена для оперативного реагирования при возникновении вспышек особо опасных инфекционных заболеваний бактериальной и вирусной природы, решение задач эпидемиологической разведки, включающих отбор проб и выполнение специфической индикации в биологическом материале или объектах окружающей среды непосредственно в очаге инфекции. В настоящее время в республике уже эксплуатируются 4 таких же мобильных лаборатории. Они находятся в филиалах отделения Республиканского центра профилактики чумы, которые помогли во время пандемии, потому что они выезжали на место и на месте определяли всю диагностику по COVID-19. Пневмокаркасная лаборатория – это новая высокотехнологическая разработка Российской Федерации, которая будет использоваться именно в горных и пустынных местностях для того, чтобы на месте проводить различные виды исследования, не выезжая, то есть в стационарную лабораторию, на месте можно все определить. Лаборатория может быть применена для работы в условиях чрезвычайной ситуации, в природных очагах особо опасных инфекций, при проведении эпидемиологического и эпизоотологического мониторинга. Диагностические исследования проводятся с использованием ПЦР, ИФА, ИХА и МФА. Современная автолаборатория оснащена системами приточно-вытяжной вентиляции с функцией кондиционирования воздуха. УФА – обеззараживание с дистанционным включением и таймером, боксом микробиологической безопасности третьего класса и ПЦР-боксом, изолированным помещением для снятия средств индивидуальной защиты, шлюзовой камерой для поступления материала в лабораторию и другими. Стороны договорились о том, что в ближайшем будущем будет организовано обучение и повышение квалификации специалистов для работы в этой мобильной лаборатории, где они смогут оперативно действовать в чрезвычайных ситуациях в области санитарно-эпидемиологического благополучия.